во Владимирской области, где введен особый противопожарный режим, огонь уничтожил 11 строений. За последние дни в ряде регионов произошли серьезные пожары и запалы травы. В Тульской области огонь едва не перекинулся на детский сад. Во Владимирской из-за пожара в поле сгорело 11 домов. Вот дома загорелись в четверг в результате несанкционированного пала сухой травы в деревне Першково под Гусь-Хрустальным. Во Владимирской области загорелись дома. Есть ролик, я потом дам ссылку. Вот так горят строения, потому что и заборы деревянные, и дома есть у некоторых деревянные, а люди не понимают. В итоге загорелось порядка 13 строений. К тушению был привлечен вертолет Ми-8. Вот так горит трава сухая. И, естественно, и все подряд. Вот. Пожарные тушат. МЧСники. Вот так горят. Поэтому надо с огнем быть аккуратным. Огонь – это страшное дело, потому что ветер дует в разные стороны, и искра улетает, а трава сухая, и быстро все возгорается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.